исключение «Буратино», «Бременские музыканты», «Пушкинская барышня-крестьянка». Репертуар юных артистов на конкурсе «Театральная весна» порадовал жюри разнообразием. В отборе участвовали 15 детских коллективов. Научный смотр отобрали всего 7. Прежде всего, у них есть возможность прийти в наш достаточно неплохо оборудованный с технической точки зрения зал, попробовать себя практически на такой серьезной сцене, поработать и со светом, и со звуком, и с возможностью постановки декораций. Подопечные Центра эстетического воспитания в родных стенах показали «Огниво». Режиссер постановки Анастасия Алиева когда-то и сама участвовала в этом конкурсе. Теперь выводит на сцену своих воспитанников. Театралы, не репетируя, выдали максимум. Не стал помехой даже наложенный гипс. Накануне конкурсного дня главный герой сказки умудрился заработать перелом мизинца. Да. Ничего особенного. Екатерина попала в театральную среду еще в 11 лет. От ролей второго плана быстро перешла к более заметным и важным для сюжета. Лучше всего ей удавались сильные и характерные. Один из моих любимых спектаклей – это «Хочу луну». Мы играли на черных фонах, у нас были белые загримированные лица, и у меня была такая основная роль, костяк, так сказать. Я играла кухарку, такая характерная тетя. Но в новой постановке актриса доказала, может выходить за пределы одного амплуа. Лирическая роль капризной принцессы стала первой в ее жизни. Рискнуть примерить непривычный образ участницы коллектива помог антураж таинственной истории Андерсена. Есть такие вещи, которые играются на кончиках пальцев. Вот это вот оно. Она такая... Мне очень нравится, что здесь вокруг такого обычного солдата вот это все, такая кутерьма происходит, и мы все такие яркие, такие эти костюмы, эти пайетки. Надежденьками ведро! Я специально приготовила рюкзак. Ну а там поделимся пополам. Тебе половину и мне половину. А вот для Таисии играть ведьму – дело, если не совсем привычное, то близкое по характеру. На родной сцене, хоть и по-домашнему, но переживания все равно присутствуют. Девушка уверена, волнение – спутник любого актера. Выступить перед членами жюри и совладать с эмоциями – значит проверить себя на стрессоустойчивость. Мы выдохнули, мы переживали. На репетициях мы отдаем 200, чтобы на сцене выдать 100, потому что перекрывает все вот это вот волнение. Ты такой... Я сейчас выхожу, когда у нас сцена, когда кто говорит. И когда мы выходим, мы уже такие, спокойно, мы сейчас отдаем всю себя. Лучшие сценические постановки уже сыграны. Конкурс «Театральная весна» прошел в рамках окружного фестиваля искусств «Ступени». 6 апреля состоится награждение и гала-концерт. Олеся Лукина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».